Ракутагин, как диета? Пошел в жопу, блин, сука. А прикольно было, да, когда я зашел на кухню? Захожу такой на кухню я, да. Думаю, Ракутагин в очередной раз там салатик ест. И тут, сука, да. Это случилось. Как говорится, сколько веревочки не виться, а нагиб будет. Сука, даже лицо другого человека, голодного, бешеного человека, сука, с бич-пакетом и майонезом, бля, как ты мог до такого докатиться, скатиться, сука, ты спортсмен хренов. Будем считать, что это был загрузочный день. Да, как и все остальные дни в твоей жизни. Не твое дело. И зато я калории получил дополнительные. Мой мозг стал лучше работать. Я пошел на РМ, сыграл вообще без смертей, реально как тащер. Как тащер, сука. И я понял, чем может стать новый Винчестер. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют. Уникальный дробовик. Или сможет ли новый Винчестер заменить нам СИГС-12? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин. Да. Капитан Очевидность, Кэп. Мерхабен. Красава, Ракутагин. И дробовик СИГС-12. Кроме этого, конечно же, по нашей доброй традиции, отличненький анекдот. Ваше здоровье. Взорвите один из объектов противника. О, анекдот такой. Начался. Еврей жалуется своему другу. Фима, у меня проблема. Моя жена спит лордом Бекингемским. О, это плохо, друг. Но я сплю с его женой. О, это хорошо, это хорошо. Да, но у моей жены двое детей от лорда Бекингемского. О, это плохо, плохо. Но у жены лорда двое детей от меня. О, такие вы квиты. Какой там квиты? Я ему делаю лордов, он мне евреев. Да, опаньки, вот так вот. Тихо, блин, спалили, опа. Минус 3. Минус 3, девочки. С покрысом тебя! Благодарю, капитан Очевидность. Взорвите. Благодарю. Ничего страшного, можно. Иди ко мне. Важный разговор сегодня. Винчестер. Мортида клан. Да, это клан Мортида. Есть такой. На чем остановился? Ну да. Винчестер. Винчестер, который может быть сегодня, завтра, послезавтра, хрен знает когда, ведут уже на ПТС. Характеристики очень интересные. Очень интересные. И сразу бросается в глаза. Невысокая точность. Фу, блин, невысокий темп стрельбы. Очень высокий. Просто фантастический урон в сочетании с очень высокой точностью в режиме прицеливания. И описание интересное у разработчиков. Разработчики утверждают, что данный дробовик, да, позволит на весьма больших дистанциях начать бой. Но можно зайти в спину. Так вот, люди уже начинают гадать, что это будет. Это будет круче, чем МАК-7. Или нет, это не будет так круто, как МАК-7. Может, только ваншотить будет лучше. А я вам скажу, дорогие леди и джентльмены, другие подруги. Это дробовик совершенно иного качества. Он не претендует на то, чтобы быть лучшим каким-то помповым дробовиком или так далее. Ничего подобного. Это дробовик по типу СИГС-12. Да, вы скажете, да нет, ну куда там? Тут полуавтомат быстрый, а там помпа медленно. Это так, но не совсем так. Поймите, главная фишка СИГСа не в том, что полуавтоматические, он не полуавтоматические. Ой, блин, жопа. У нас двое осталось, по-моему, да? Главная фишка СИГСа в том, что он позволяет, ну, просто на фантастических для медика дистанциях, тихо, вести бой на огромнейших деточка дистанциях, на нереальных просто. Да,
где не может тот же Максим даже. А Сикс может. Сикс может. В этом его фишка. Сейчас, в нашу эпоху, когда кучу броников наводили, стали пользоваться популярностью защитные перчатки, да, Сикс уже не так крут, как раньше. Но, тем не менее, даже сейчас он может дать жару. Причем на приличных дистанциях. Очень приличных порой дистанциях. Так вот, новый Винчестер, это, скажем так, эволюция ей Сикс-12. Еще больше урона, еще больше точности, еще мощнее ваншоты на огромной дистанции в режиме прицеливания. Наглый парень, вообще наглый. Но, при этом, это помповый дробовик, причем темп стрельбы достаточно невысокий. Поэтому, вы знаете, я думаю, это будет очень интересно. Это будет что-то вроде как снайперская винтовка. Но на не очень больших дистанциях, но что-то ближе к снайперке, нежели к дробовику. На небольших дистанциях, то есть это будет как будто ты с болтом играешь. Бас, зафазумил, короче, убил, зафазумил, убил. Вот так примерно будет с ним геймплей проходить. Ну извините меня, с таким-то огромным уроном и такой точностью прицеле, да он будет сносить как нифиг, он будет ваншоты раздавать на дистанциях просто фантастически. Да. Я очень жду этот дробовик. Резнул и обратно в тот же угол спрятался, да? Прокутаген. Ты не подражаем. Ну блин, ну не знаю. Не, ну серьезно, Ракутаген, Элис и то. Один угол зарашит. 5 минут посидит в нем. Бац, другой зарашит. А ты целый раунд один и тот же патрулируешь. Кэп, ты патрулируешь частенько не то что раунд, а весь матч респу. В всякий случай так. Так что давай ты не будешь обсуждать меня и Элиза и так далее. Я был эффективен, это было обосновано. Я своего добился, это было круто. Так вот. Блин, да опять наших перебили. Ребят, вы шутите? Нет. -2 у нас уже. А хотя у них -1, все нормально. Примерно равные условия. Сейчас пойдем нагнем, все будет хорошо. На чем остановился? Ну да, ребят, это будет реально круто. Вот увидите, вот Ракутаген вангует. Когда Ракутаген вангует, все такие. Ракутаген! Че ты бред несешь там? Продался, купился, обосрался. Помните, что я говорил про Беретта RX? И такие все, ой, Ракутаген, ля-ля, тополя. А кто оказался прав? Ракутаген оказался прав. М16 когда водили, что я говорил? Не верили. Ракутаген прав оказался. Ракутаген прав оказался. Да. Когда Энфилд водили, я был прав? Я был прав. Я прав был, сука. И сейчас я тоже прав. Вот увидите. Это реально будет типа Сикса. Он просто будет на огромнейших дистанциях этот дробовик сносить. Минус, конечно, модуля у него не будет. Да и в жопу эти модули, собственно говоря. Кого не интересует? Все это фигня. Как откроют ПТС, увидите. Пуканы разорвутся. Да, потом понерфят. Впрочем, как всегда. Мы уничтожили отряд врага. 8-0 идем. 8-0, сука. Защитите стратегические объекты. Вот, понимаете, да? И видели, тут не ваншоты есть. А теперь представьте себе, это будет Винчестер. Кстати, да, я остановился, забыл сказать. Я буду его крутить. Я буду крутить Винчестер. По-любому. Почему? Потому что я вообще, как вы знаете, донат давно не выбивал. Очень давно не выбивал. Да? Нет, вру. На днях я выбил этот РПД с 5 коробок. Просто крутнул, просто деньги были, как 500 кредитов, что-то там лежало. Не помню откуда. Бац, выбил. С 5 коробок. Система Ракутагена. Я расскажу, будет отдельное видео по ней. Как сделать так, чтобы с 5 коробок практически гарантированно выбить донат. Матрица существует. Серьезно. И вы это все увидите. А Винчестер мы покрутим. Красава, братишка. Ежи нагнутые. ЧСВ восстановлено. Есть. Можно дальше бич-пакеты жрать, ты, да? Сука, ты задолбался этими бич-пакетами. Ты можешь иногда делать вид, что ничего не произошло? Так сказать, соблюсти приличие. Да, 8 фрагов, все хорошо. Если видео понравилось, ставьте лайки, яйки чешите. Ждем Винчестера, нагибаем всех. Увидимся с вами.